В этом году зима показала свой по-настоящему сибирский нрав. Суровые 40-градусные морозы и пронизывающие ветра стали ее главными атрибутами. Казалось бы, календарная зима на исходе, но синоптики вновь предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По данным Томского гидрометеоцентра, 19 февраля по югу области ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы. Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. При порывах ветра следует держаться подальше от шатких конструкций. В Томской области температура воздуха ночью ожидается от 25 до 30 мороза, при прояснениях до минус 35 градусов. Днем будет в пределах 15-20 градусов со знаком минус. Местами температура опустится до минус 25.